все-таки не удержался, хочу вам показать всю эту красоту. Вот это волшебство превращения, как наша финишная шпаклевочка превращается в наш, как я называю, жидкий мрамор. И рукомовская финишная шпаклевка превращается в великолепный, конечно, венецианочку. Да, будет ли вам видно. Ну, сейчас попробую вас подснять. Ну, уже вам будет глянуть, уже должен быть виден. Ну, поверьте на слово, да, он даже на ощупь. Вот, вот она такая, да, чуть-чуть, ну, как обычно, да, шпаклевочка матовая. И мы ее несколькими движениями Да, он, Олег говорит, как стекло. Ну, еще и плюс, если как можно. А сверху можете взять обычную Венецию, уже, так сказать, проверенную, акриловую желательно. И вот у вас расход, во-первых, минимальный, да, уже по этому слою. А можете еще попрактиковать, как мы делали, Венецию с воском. Так что, ребята, делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше. С вами был Олег Антонов, далее буду, пока.